Михаил, я как ваш риэлтор советую вам не церемониться со всякой уличной шушерой, которая будет умолять вас продать им вашу квартиру. Мы их выпотрошим, выскребем и высушим. Потому что вы царь и бог, Михаил. Вы обладатель жилплощади. Вы хозяин. Я хозяин. Слушайте, что говорит хозяин. Вы можете позволить себе абсолютно любое самодурство. Типа, пусть твоя тёлка меня обнимет. Я хозяин. Позволяю это. Вы меня понимаете? Ну, у меня не то, чтобы прям такие намерения были. Я же их не поработить собираюсь. Я хочу квартиру продать, и все. Михаил, вы, наверное, не поняли. А в сделках с квартирой не бывает хороших людей. Здесь все должно быть на крови. И у меня, как у профессионала в этом деле, руки по локоть. Кошмар какой. Ой, Михаил, знаете, мы походили, посмотрели, нам квартира очень нравится. Да? Реально. Да, да. Тут такая теплая, светлая энергетика, как будто тут Чебурашка с Томом Хэнксом живет. Да. Ну и отлично тогда. А не надо сейчас нас тут умасливать, понятно? Приберегите свои комплименты для выдавашек ипотеки. Михаил позволил вам попытаться купить у него квартиру. И я, как его риэлтор, превращу вашу жизнь в ад. Вы у меня столько бумажек подпишете, вы блевать будете при виде шариковой ручки. Екатерина, можно вас на секунду? Да, конечно, вам все можно, Михаил. Может, хватит уже, но мы так ничего не продадим с вами. Михаил, вы хозяин квартиры, вы как высшая раса. А я ваша десница. А этих я насквозь вижу. Михаил, это же молодая семья. Это знаете, что такое? Это самое ужасное, что может быть в мире. Это мы пёхнулись пару раз в общаге, а потом попросили родаков, нагундели в уши, и они продали все, кроме трусов, и дали нам эти вонючие 500 000. Молодая семья — это фу! Это дерево, украшенное презиками под окном. Это обои, которые вечно воняют пельменями, потому что вечно варятся пельмени. Это линолеум, это все с Wildberries, это кино с ноутбука. Это мы не умеем пока еще нормально чпокаться, и поэтому сосемся 2 часа. Куся, а почему эта женщина с нами так разговаривает? Это жена его, что ли? Не, Катюш, ты, наверное, не знаешь, но есть такие люди, как риэлторы, понимаешь? Да. Что, оказывается, никто не знает, как сдать и купить квартиру. Поэтому появляются они, люди, которые говорят «годовые», «аккредитив», «акт приема». И за эти 4 слова они берут с нас деньги, понимаешь? А что делать? Мы-то в школе этого не учили, все, мы обречены. Их главная задача — это воровать радость, понимаешь? Постоянно говорить «торг неуместен» и повторять «кадастровый, кадастровый, 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 кадастровый». Да. Да и потом, когда мы будем заполнять документы, она должна проследить, чтобы я правильно написал «Никита», а не «Кикита», понимаешь? А так уже было. Да. Так что, короче, если проще объяснять, это ведущий на покупку квартиры. Все очень просто, понимаешь? Так, Михаил Сергеевич, они вам нравятся, а мне очень сильно нет. Короткая девочка и длинный парень — это очень странно, я считаю. А елки-палки. Никита, мужчина продает квартиру, а мы ее покупаем. Зачем нам БДСМ-доминирование в брючном костюме? Вы видите, они шушукаются, Михаил. А шушукаются либо предатели, либо футболисты перед штрафным. И что-то я тут ворот не вижу. Все, ребята, до свидания. Мы с вами никаких дел иметь не будем. Михаил, не зря вы мне платите 20% от сделки. Да может и зря уже, я не знаю. Но... Ну как-то странно это. Всем стоять! Риэлторское агентство «Районы, кварталы, жилые массивы». Валентин Рубашкин. Это пиковская застройка? Если да, то лучше пойдемте поговорим на улице. Ладно, это очень плохая квартира. Предлагаю ее отдать моим ребятам бесплатно. Вот, Катюха, это с нашей стороны чудик. Мы платим ему деньги, чтобы не слушать вот эту бешеную сучку, понимаешь? Поэтому нам остается просто подождать, пока они друг друга не поубивают, и все. Подождите, ребята, ну мы как будто не становимся ближе к продаже моей квартиры. Ну, я вроде хочу продать квартиру, вы хотите ее купить. Это все должно быть очень простой продажей квартиры, разве нет? Опа-на! Собственник. Погнали. Сколько сотен человек здесь прописано? Использовался ли мат-капитал? Имеются ли несовершеннолетние дети, которые сейчас в наркофавелах Мексики торгуют наркотиками?
Вы вообще собственник или голограмма? Ладно, а ну-ка предоставьте мне все справки. Помогать будешь, а нет? Обязаны предоставлять вам справки, пока не будет внесен залог о намерениях. А как мы внесем залог о намерениях, если вы не предоставляете справки? А со справками у нас все в порядке, а вот что с вашими залогами? А у нас очень хорошие залоги, а надо бы справки увидеть, да я не вижу, да! Привет, from Russia. То, что было интернет-мемом... My name is Николай, and I'm the farmer from Rizan County. ...превратилось в сериал космического масштаба. Билет до Земли. Один с багажом. Сергей Чихачев и Сергей Бурунов. Пакуй своего робота. Ты что, на меня играл? Коля, ты же в нашей паре адекватный. ...откроют для тебя новую вселенную. А где у вас тут космопорт? Наша планета уже 100 лет под санкциями. Да твою материю! Кибердеревня с 4 декабря в 9 вечера. Пока работать не начнете, никаких терминаторов и робокопов вечером по телеку. Премьера на ТНТ.